И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, скромник енот, Фокси 31, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Карта у нас FNAF 2, будем играть естественную сюжетку, я видел, что эта карта обновилась еще где-то 2 или 3 дня назад. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, нажимайте кнопки, а я отключаю нам бессмертие. Это третья не работает. Мангл, мангл, в этом. Канализация. На проходе? Канализация. А тут эта кнопка не работает, дети? Было бы классно, если бы ее сделали. Ау, я вижу Чику. Чика вот здесь вот. Слева, вот эта тоже кнопка. Тоже дверь удалю. Здесь. Табличка в воздухе. А нет, исчезла. Манго двинулась. Чика в комнате с праздником. Праздник к нам приходит. Так, пока мне все хорошо. Дима, смотри внимательно. Стою, здесь внимательно смотрю. Вот здесь будет Чика. Она вот здесь вот в комнате. Так, я иду. О. Тут прохода нет, тут нельзя пройти. А, двери будут рандомно закрываться. Да. Потому что мы не тронем. Так, тут тоже никого. Ждем. О, пошло. Боже, манго вылезло. Мангл. Хотел сказать, а пацаны, как-то очень тихо. Ну, мангл меня убил. Мангл пришел. Отойди. Я иду через вентиляцию, пацаны. Фредди ушел. Так, Димас, я тебя вижу. Здесь. Я иду. Чё ты дальше не можешь пойти? Споткнулся. Фу, улыбается. Заходи, заходите туда, сейчас убьет кого-то из вас. О, смотрите. Смотрите, ползет. Ребят. Так, чё надолго Димас, очень? Димас, поздоровайся. А кто там? Иди сюда, вон. О, привет. Той Чика. Давайте проверим, убьет. А, она не пускает меня. Ага. Ву, такой прикольный звук. Кишки из жопы, да, как будто? Да. Так, пацаны, вы помните, что на этой карте есть медвежонки? Да. Я иду собирать их, пасхалки. Прощай, ты был плохим человеком. О, нет. Так, да, где-то здесь. О. Ой, пацаны, а мне дверь закрылась. В смысле? Я с последней двери справа. Последней двери. А, ну сиди там, заслужил. Я могу дверь удалить. Заходи. О, мишку нашел. Тут Бонька стоит. Почему Бонька стоит? Я мишку нашел. Странно у них размещение, на потолке стоять, на ящике. Я на стол положу мишку. О, он стоит. А Бонька не кусается. Кусается. Гнась, иди да. Сюда. Иди на хату. Да куда на хату иди? Я иду в туалеты мишку чекать. Вот, я нашел один. Я нашел одного мишку. И я одного нашел, несу в этот наш склад. Мишкин склад? Ой, не Мишку. Мишкин склад. Это Мишку выбил склад? Из рук. Опа, я слышу звук мангл. О, это на кухне. Золотой мишка. Вот туда. Мишка. Еще где? Должен Бонька где-то быть. О, смотри, как я его поставил. Слышишь? Иду смотри, смотреть. Смотри. Совпадение? Думаю, да. Погнали сюда. Какой-то звук такой стрёмный. Я хочу поставить их ровно вместе, они будут стоять. Так, тут где-то еще должен быть Бонька. Или за ящичками где-то здесь. Вот, нашел. Несу. Он падает. Я уже все повыучивал во всех картах. Так, ждем, сейчас кто-то придет. Ой, я поставил второго мишку. Помните, мы в тот раз записывали, не помню с кем я был, они жестче нападали. Поставим. Сейчас вообще слабо. То и Бонни по вентиляции лез. Ну. Где все? Где я, блин? Убежали. Да, тут мастерская же должна быть. А, там же кнопки нажимаются, понял. Так, обход туалетов. Может их на стол поставить? Не трожь. Мои. Все четко. Мои аниматроники. Эй, ничего не пускаешь. Так, слушай конченый звук. Вот она. Ты меня услышал? Да. Ну ладно. Так, тут Дима. Что там? Я поставил Боньку, смотри как. Далеко идти, я еще тут обход делаю. Приду посмотрю. Это идеально. Я это фотографирую себе на память. Быстро фоткай. Тебе не поверят, тебе скажут, что физганом поставил. Нет.
Дед, стоит. Спокойно. Ну, ты, ты. Ой-ой-ой. Я говорю, не зли меня. Пацан, вас сейчас убьет. А я на складе. А. Ты зачем меня трогаешь? Я будешь скрипеть. Смотри, я опять поставил. Я иду, я иду. Я тебе говорю, не зли меня. Предупредил. А, ты это вверх ногами поставил? Да, на уши. Все равно стоит. Ну это у него как бы проб квадратный получается. Эй, Димас тоже стреляет. Отдыхает. А он-то... Смотрите, они вдвоем пришли к нам. Кого? Что ты делаешь? А ну иди проверь, скромник, иди проверь. Да, на каком расстоянии убивает? Идите. Кто самый храбрый? Засал. Давай, скромник. Скромник засал, да, засал. Давайте выйдем все. Выходи, давай. Секунду. Убежай. Волки сам бесстрашный. Убила, убила. Уйдите, она сейчас убьет. Та не убьет, не ссы. Страшно. Все свои. Давайте кто-нибудь наверху кнопку понажимает, чтобы было эпичнее. Наверху кнопку понажимаем. Там есть, короче, несколько кнопок, и будут разные аниматроники приходить. О, давай я пойду нажму на все кнопки. Прям над нами есть комната, где вот переключать. Камеры? А, но укрепление. Не жмякается. Жмякается, жмяк. Вот уже пришел. Не жмякается. Да вон приходят они с разных сторон. Баламбой пришел. Ну и ушел сразу. Булобой. Там подписано. Булобой. Я хочу поставить их нормально, чтобы они стали. Давай, давай, ты можешь их просто вызывать к нам сюда. Ты пони. Опа! Кого-то замочила. Меня мангал съела. Правильно. Я стою на столе. А тут а, это той бой стоит. Опа, Фредди пришел, ты позвал его. Ай. Не да успел. Вы не пройдете. Ай-яй-яй! Я живой. Это просто был скример. Так, пацаны, стоим. Все четко. У него уши большие. Все ушли, можно выходить. Все ушли. О, нет, я засунул. Ура! Смотри, как прикольно получается. Остается найти только... Кого? Дурачка, который это купит. Я куплю, я дурачок. Я пойду. Опа, мангу справа. Если я умру, то запомните меня дурачком. Мы уже тебя запомнили. Так, пошли, пошли. Допустим. Я нашел чику. Я нашел микрофон. Так, пацаны, сейчас здесь будет опасная зона. Будьте внимательны. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ну, я слышу, я слышу его. Пацаны, что осторожно. Новые мины. Новые мины? Да. Налепляй, налепляй. Мангл, что-то как-то плохо. Ай-яй-яй, ну что ж ты неаккуратный такой. Димас, ну зачем возле меня? Так я ничего не делал. Ты сам напоролся на них. Нет, ты просто возле меня ставишь. Ай-яй-яй, кто же сзади? Собрались умные люди. На чем было бой? Так, я слышу марионетку. Вы давай побольше. Там, типа, давайте живите, я понажимаю вам хорошо. Кнопки. Хотите о, жестко? О, нет! Димас, нет! Мангал. Уже трое пришли. К вам мангал пока. Нормально, был пацаны, подвызвал я их? Да. Так, сюда, что-то сюда. Ты слишком жестко. Да нормально. Марионетка пришла. Все, нам капец. Молодец. Блин, меня вольнули. А чё я такой живой, кстати? Ой. Я самый живущий, я еще ни разу не умер. У тебя чит-код на бессмертие. Да. Как ты меня раскусил? Взрывайте мину на мне, зачем вы это меня на глазу прям запилили? На меня. Прям в глаз, давайте. Испортитесь. Нету больше аниматроников. Ой! Я чуть не умер. Тут Бонька. Да, вообще наизично прошел. Бонька стоит на подарке. Пацаны, слышь? Идите сюда. Димас. Подожди, Бонька. Вы готовы? Скромник. Да. Да. Прощай. Нет, мы не готовы. Прощайте, Димас. Ребята. Взорви меня. Скромник, взорви меня. Все, давай. Что такое?
Нормально? Да, нормально. Нормально. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!